для вашего внимания материнскую плату от компании Gigabyte модели GAFA55M DS2. Форм-фактор данной материнской платы Micro ATX, а физические размеры 244 на 244 мм, сокет FM2, а поддерживаемые процессоры AMD серии Athlon и A серии под сокет FM2. Поддерживает оперативную память DDR3 DIMM, две планки с частотой от 1066 до 2400 МГц. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ. Из внешних разъемов материнская плата имеет такие, как 1PS2 для мыши, 1PS2 для клавиатуры, 1DSAP, 1DVI, 4 USB 2.0, 1 RJ45 для подключения сетевого кабеля, а также 3 аудиоразъема. Видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. Также материнская плата имеет слоты расширения 1 PCI Express X16, 1 PCI Express X1 и 1 PCI слот. А из внутренних разъемов материнская плата имеет 1 аудиоразъем передней панели, 4 SATA разъема 3 гигабит за секунду, 1 разъем для подключения системного вентилятора, 1 ком-порт, 1 разъем для вентилятора системы охлаждения APU, 1 перемычка для сброса CMOS, 1 разъем USB 2.0. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.